ехали так, что это был просто экстрим вот по этим нашим дорогам. И теперь у меня вот просто как, просто, понимаете, радость, что нас прибыло, да. У нас много, у нас просто больше стало. Я когда первый раз увидела, вот когда приезжали, думаю, ну вот смотрела, молодые ребята, дети, девчата, думаю, ну как же ж так вот, что вот этим, ну оказывается, память это есть, потому что вот эти вот захоронения, это раны, которые у нас, мне кажется, не затянутся никогда, и лишь наркозом будет только то, что вот это вот память, когда мы будем помнить, это есть вот та отдушина, что действительно, и сегодня я вот вижу здесь много людей, много молодых людей, совершенно, вот понимаете, с другой области, с других районов, и в первую очередь мне хочется сказать Михаилу Ивановичу большое спасибо, что они здесь просто с нами, они нас поддерживают. Дорогие друзья, давайте почтим память погибших минутой молчания. Теперь можно возложить.